Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Константин Сердюк. Являюсь президентом Федерации спортивного бильярда Украины в Харькове, в Харьковской области. Также я являюсь основателем школы бильярда «Школа чемпионов». И сегодня я хочу рассказать вам о истории украинского бильярда, а также о истории возникновения бильярда в Харькове, в Харьковской области. Значит, первые воспоминания бильярда о бильярде – это 10 тысяч лет до нашей эры. Значит, после раскопок нашли мумию маленького ребенка и две палочки и три шарика. Затем воспоминания о истории бильярда – это 3-4 век, Древний Китай и Индия. Но, скорее всего, игра напоминала более не настольную игру, а на напольную, даже сказать, наземную. Это было игровое поле, это были клюшечки, это были кегли, которые сбивать, а также лунки, которые скатывались шары. Скорее всего, игра эта была похожа на что-то совместное: гольф, боулинг и бильярд. 13-14 века нашей эры – это воспоминания летописи Англии и Франции. То есть в это время уже бильярд был похож на тот бильярд, который мы видим в наше время. То есть это бильярдный стол, это шары, бильярдный инструмент кий. Но, значит, вместо кожаной наклейки, которую мы видим сейчас на бильярдном инструменте, была наклейка гипсовая. В 16 веке появился такой человек по прозвищу Минго, это французский виртуоз, который придумал кожаную наклейку. Для того, чтобы вы понимали, в чем разница, то гипсовая наклейка можно было наносить удар только в центр шара и поверх шара. Вот с появлением кожаной наклейки открывается еще 38 функций вращения шаров. Соответственно, игра стала приобретать другой вид. Игра стала более артистичной, более зрелищной, более интересной. Конец 19-го, начало 20 века была написана «Теория бильярдной игры». Это первая книга, написана Анатолием Ивановичем Лемоном. Человек, который прославился не только в написании своей книги о бильярде, а также и в медицине, в анатомии, в биологии, в музыке. Значит, после того, когда эта книга появилась на свет, что он сделал интересного? То есть он в этой книге полностью расписал по наукам, какие процессы происходят в бильярде. Он разделил игру бильярдную на процессы физики, на процессы физиологии человека, написал первые уроки по бильярду, первые упражнения. А самое главное, что он сделал, он расписал психологию игры. То есть бильярд – это очень психологическая игра. Значит, в мировом понимании есть 4 разновидности бильярда. Самой сложной разновидностью считается карамболь, это французская разновидность, кстати, безлузный вид бильярда, снукер – английская разновидность. Потом по сложности идет русский бильярд, сейчас это называется пирамида, распространено по бывшим странам бывшего Советского Союза. И самой простой разновидностью считается игра пул, американская разновидность. Ну, чем она проста? Проста забиванием шаров. Но на самом деле, то есть игра соответствует всем параметрам. Она такая же интеллектуальная, она такая же сложная, как и все остальные игры. То есть игры, эти разновидности, они отличаются друг от друга кардинально, но при этом в каждой игре есть свои сложности. В 1967 году была сформирована первая сборная Советского Союза. Возглавил ее Гиви Амфимиади, человек, живущий в Ростове-на-Дону. Это бывший футболист известный. И со времен проведения этого чемпионата начали открываться федерации на то время бильярдного спорта. В Харькове федерацию бильярдного спорта возглавил Пивоваров Владимир Борисович, который в 2002 году провел первый чемпионат Украины по бильярду.